Город Кимры, Тверская область, микрорайон Заречье, улица Баклаева. Кто-то решил, что отходы можно сваливать в черте города. Ночью, не ночью, неизвестно как, но этот мусор привозится на это поле. Чья территория, трудно сказать. В администрацию города еще летом, когда возили строительный мусор, посылали видеосообщения. Видно, их это не интересует, мало волнует. Гора эта постоянно растет. Хотелось бы, чтобы приняли меры.